Сегодня в Гомеле прошел выездный семинар горвыконкама, присвященный городскому дню аховы працы. Удельники мероприемства наведали гомельские тепловые сетки. Наши корреспонденты долучились до их. У выездных семинары удельничали больше за 50 человек. Это представники тех предприятий, которые наведывала мобильная группа, альбо тех, где были выявлены нарушения. На примере працы филиала «Гомельские тепловые сетки» показали, как треба организовывать бытовые условия для працующих. Это одно из лучших. И, к счастью, в городе имеются много таких предприятий, которые просто все подготовлено, сделано и убрано. И вот таком ставилась задача показать, каком должна быть не только территория предприятия, но и вопросы, которые связаны с охраной труда. Под час мероприемства показали столовую и раздевалку заходней котельной. Тут все отремонтовали 2 года тому. Порядок на предприемстве навели за год. Теперь працовным, яких тут амаль 100 человек, остается только сочить за частиней. Сегодня вы увидели условия, которые мы создаем во всех наших подразделениях. Это и санитарно-бытовые условия, и комната приема пищи. У нас действует система управления охраной труда, в соответствии с которой выстроен целый спектр или организован целый порядок выполнения необходимых работ, таких как проведение инструктажей различного вида, прохождение медицинского осмотра, как присменного, так и периодического. Протягнулся семинар размовой с медиками, а так само представниками выконавчих органов и прокуратуры. Подчас мероприемства удельникам семинара рассказали, как позбегнуть травматизму подчас працы и оборонить здоровье працующих. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».